нужный подарок в общественную организацию «Особые дети» поступило 50 компьютеров от Тюмень-водоканала. После списания их решили передать нуждающимся. Вся техника в хорошем состоянии, в полном комплекте с мышью и клавиатурой. По мнению родителей, это очень важная и нужная помощь. Моему ребенку 11 лет, у него стоит официальный диагноз аутизм, и поэтому он, ему сложно общаться с людьми напрямую, поэтому через компьютер ему сделать это намного легче и проще. Даже образовываться сейчас можно, получать знания через компьютер. Кто раньше записывались у нас, кому необходимо вот, компьютер, тех в первую очередь обзвонили, а теперь будут обращаться, кому надо. Ну, будут обращаться, сейчас услышат, надеюсь, и непременно позвонят. Ребятам необходима и другая помощь. К примеру, они нуждаются в инвалидных колясках и слуховых аппаратах. Всю информацию можно найти на официальном сайте.